Анапа. За тысячи километров к морю и солнцу едут сюда люди. Но это еще и путешествие вглубь веков. Надо только ненадолго покинуть пляж. Этот камень найден в Анапе недавно. Надпись древнегреческая, сделана в 15 году нашей эры. Из надписи следует, что 2500 лет назад стоял здесь один из цветущих городов Боспорского царства – Гаргипия. Город искусных ремесленников, город богатых купцов и отважных мореходов, город, в котором греческая культура причудливо сплеталась с культурой местных племен. Правитель Гаргипии Неокл в греческом одеянии, а на шее скифская гривна. Турецкое нашествие и последние руины Гаргипии исчезли. Думали, что следы ее потеряны навсегда. Предполагалось где-то в Северном Причерноморье. Немного для начала поиска. Потом случайная находка. И вот уже встает из небытия древний город с его мостовыми, водопроводами, переходами и лестницами жилых домов. Под трехметровой толщей земли прячет Гаргипия свои тайны. Афродита. Еще одна счастливая находка. Шаг за шагом пробиваются археологи сквозь завесу веков, приоткрывая новые и новые страницы истории далекого прошлого.